Всем привет, ребят, с вами Гриф. Вот и пришла очередь одной из самых популярных карт в режиме захват. Как вы уже заметили, это карта стройка. И в этом видео я вам покажу тактики, которыми я пользуюсь, играя на ней за штурмовика. Она была выбрана моими подписчиками в моей группе ВКонтакте. Так что если хотите тактики на другой карте, у вас будет возможность ее выбрать. Помню тот момент, когда эта карта только появилась. Большинству игроков, как впрочем и мне, она сразу понравилась. И до сих пор я частенько на ней играю. Насколько я знаю, есть множество КВ-кланов, у которых эта карта является основной, и чаще всего они играют именно на ней. Если вы смотрите мои видео по тактикам, то вы должны были заметить, что чаще всего на той или иной карте я ищу пути, по которым проще всего зарашить или неожиданно для противника оказаться за его спиной. Сейчас я покажу самую действенную тактику, с помощью которой у меня лучше всего получается это сделать на карте стройка. Итак, смотрим. После подсадки с респы я сразу пробегаю через квадрат и спрыгиваю у домика рядом с трубой. Находящийся поблизости противник будет в недоумении, откуда я появился. И естественно, преимущество будет у меня. А дальше отсюда я могу пробежать на первый этаж и зайти кому-нибудь в спину. Такой маневр можно повторять по несколько раз за игру и практически ничем при этом не рисковать. Что хотелось бы отметить, лучше всего используйте оружие с глушителем, так как с ним вы будете меньше привлекать к себе внимание и сможете убить намного больше врагов. Обязательно старайтесь попадать в голову, потому что столкнувшись с медиком на первом этаже, быстро поставленный хедшот может спасти вам жизнь. Ну а также обращайте внимание на шаги, по ним легко определить местоположение врага. Очень часто я пытаюсь прорашить через автобус. Да, это бывает рискованно, особенно в том случае, если противник попадается сильный. Но чаще всего все же мне удается выйти с автобуса и убить несколько человек. А потом еще пройти на первый этаж и выйти к врагу на респу. Сейчас я расскажу то, как я обычно прохожу через центр. Первым делом я смотрю зеленую мусорку, потому что за ней может стоять медик. А если никого нет, я прохожу по правой стороне и захожу на первый этаж. Следующий такой тактический маневр, также пробежав через центр и никого не встретив, я бывает останавливаюсь рядом с этой же зеленой мусоркой. И жду, когда кто-нибудь выйдет либо с ворот, либо пробежит к автобусу. Обычно много времени это не занимает, и чаще всего, убив одного врага, можно более безопасно проходить уже дальше. По этой же схеме можно отсидеться за погрузчиком между гаражами. Иногда случается так, что противники уже заняли наш гараж и вот-вот начнут заходить. В этом случае я обычно их не дожидаюсь и через центр обхожу их с тыла. Здесь все так же мне помогает глушитель. А теперь поговорим о том, как я играю штурмовиком на стороне защиты. Обычно, пробежав через первый этаж, я выхожу под трубу и встречаю ребят, которые в этот момент заходят через центр. Отсюда довольно часто получается остановить раш и минусануть нескольких человек. А потом я пробегаю либо к гаражам, либо пытаюсь зайти по центру. Обычно вначале смотрю левую сторону, потому что там часто кто-нибудь дождет, а только потом прохожу дальше. В
встретить и попытаться остановить раш через центр у меня неплохо получается с балкона. Единственным условием победы будет то, насколько быстро я на него поднялся. И между прочим, со второго этажа я также продолжаю отстреливать врага, который может находиться в квадрате. В тех случаях, когда мне повезло с командой, и мы выигрываем раунд за раундом, не оставляя противникам шанса победить, я могу зарашить и без всяких тактик, и просто понадеяться на свою удачу, благо часто она мне все же помогает, и иногда получается оказаться в нужном месте в нужный момент, при этом делая довольно неплохие серии убийств. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, а также отсюда переходите на одно из предыдущих видео. Всем пока!